Пешеходный переход – это место, где пересекаются две дорожные стихии – водители и пешеходы. Естественно, им нужно каким-либо образом взаимодействовать. Основной зоной этого взаимодействия является специально выделенный участок дороги, в народе его называют «зеброй». Бытует мнение, что пешеход на дороге всегда прав, и его нужно в любом случае пропускать. Но это всего лишь предостережение для водителя, а никак не правило. К сожалению, не все это понимают, и невзирая ни на что, шагая через дорогу, как им заблагорассудится. Мне нравится, как вот ведут себя пешеходы просто. Даже сам вот смотришь, стоишь, вроде молодой человек или пожилой, неважно, идет на красный свет, не обращает абсолютно, что автомобилю нужно какое-то время, чтобы тормозить. Также встречаются умники, которые за рулем на зеленый проезжают. Я уже сам много хожу пешком по городу, вот даже здесь вот бывает идешь и чуть по ногам не проезжают. Основной категорией дорожно-транспортных происшествий для города Бреста является наезды на пешеходов. Так, с начала года на территории города зарегистрировано 55 таких дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 49 получили ранения. Статистика неутешительная. Так стоит ли рисковать самым дорогим, что может быть у нас, жизнью? Ведь несмотря на то, что у пешехода масса преимуществ, полной гарантии безопасности дать ему никто не может. Поэтому прежде чем вступить на пешеходный переход, стоит убедиться в том, что рядом машины нет. В принципе, я считаю, что и пешеход, и водитель должны уважать друг друга. Потому что когда пешеход видит огромный поток машин, я думаю, что можно постоять и пропустить тот же огромный поток машин и перейти дорогу. Либо наоборот, водители тоже должны уважать людей, ведь это огромное скопление, могут остановиться и пропустить пешехода. Ну и в основном детей, я думаю, что когда видят детей, обязательно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас плохая видимость, уже осеннее время, надо быть бдительным и крайне внимательным. Вы сами как вообще ведете себя на дороге? О, я стараюсь лучше пропустить маленький поток машин, перейти, и все. Раньше у пешехода алгоритм действий был следующий. Подошел, судорожно посмотрел по сторонам, увидел, что машин вблизи нет, и вперед. Сейчас же отношения между водителями и пешеходами в большинстве случаев выстраиваются более благожелательные. Однако плохую видимость, усталость, рассеянность как водителей, так и пешеходов никто не отменял. Поэтому и тем, и другим расслабляться на дороге не стоит. Очень тяжело вести машину, когда люди ходят и не смотрят по сторонам, как бы на машины двигающиеся, а водитель, сидя за рулем, ну, не всегда может заметить, допустим, пешехода, и такая ситуация случилась и со мной. То есть я заметила пешехода, который шел с моей стороны, и не совсем заметила другого пешехода. Хотя я всегда пропускаю пешехода, всегда торможу и обязательно жду, пока пешеходы перейдут по пешеходному переходу. Только тогда цифра пострадавших на дороге сократится в разы, когда участники дорожного движения проявят по отношению друг к другу взаимное уважение. С 2011 года на Брещине действует специальная программа «Взаимопонимание», направленная на создание условий максимальной защищенности всех участников дорожного движения. Наклейки на автомобилях, где две ладони сливаются в рукопожатии, и есть символ этой программы. И водителям, и пешеходам не лишним будет действовать именно по этому принципу.